Слушай, мы сейчас наладили связь со студией. Наблюдаем движение на крыше. Похоже, там снайперы, 3 человека. Вы можете подняться выше? Вам нужен обзор получше. Сейчас должна появиться ваша первая цель. Он на крыше. Второй снайпер слева от вас. Дальний конце здания. Снайперов больше нет. Спускайтесь на улицу, пока не нашли тела. Оставьте винтовку на месте. Ее заберет наш местный агент. Ривера, это периметр один. Засекли федералы? Мы провозим такой товар, что не... Это Ривера, я вернулся. Группа загрузки в третью точку. Там еще остались ящики с СУБ. Ты на крыше, что нового? Прием. На крыше, ответьте, прием. Тихо, никого не было, прием. Группа 1, что в переулке? Группа 1, что у вас? Прием. Группа 1, ответ, прием. Группа 2, это Ривера. Как обстановка? Цель уничтожена?
уничтожили его. Группа 2, ответьте. Группа 2. Противник еще жив. Он мог проникнуть внутрь. Будьте начеку. Включите прожектор, осветите все, пожарные лестницы, карнизы, найдите его! На крыше что у вас? Все чисто, сэр, никого нет. Всем группам немедленно сообщайте о возможном местонахождении противника. Прием. Подтверждение. Жду, прием. Подтверждаю контакт с противником. Он на крыше, юго-восточный угол. Высылаю подкрепление наверх. Воздушное подкрепление. Группа на крыше.
Есть новости? Бонд на крыше научного центра. Он сейчас вошел в здание. Как Димитриус? Данные подтверждают слова Бонда. Димитриус контактировал со взрывником на Мадагаскаре. Самому Димитриусу изготовители бомб не нужны, он Бонд, вертолет только что рухнул. Отлично. Советую поискать путь на... Советую поискать путь на ту сторону главного зала. Похоже, туда можно пройти по подвесным мостикам. Что это?